Добрый вечер. Минайф Лайф в прямом эфире. У меня сегодня гость, которого я ждал полтора года. Человек, с чьей семьей, с ее семьей я дружу очень давно. Лариса Гузеева. Лара, здрасте. Это все тебе. Все тебе. Спасибо, что ты наконец пришла. Дайте чашку чая и стакан, пожалуйста, сок. Сейчас тебе чашку. Спасибо. А скажи, а ты всех же девушек с бутылкой встречаешь или кого-то с цветами? Цветы тебе будут потом. А-а-а. Потому что если бы я тебе сейчас отдал цвет, букет, понятно, который что я тебе приготовил, ты бы сидел в кадре, вот как бабам насмолали, ну, вот да, так цветами. Да, да. А так всем понятно, человек пьющий. Да. Что правда? Ну, я человек пьющий. Ну, ты же мужчина, тебе можно. А тебе нельзя, что ли? Да, можно уже, слушай. Ну и хорошо. А дайте сок, пожалуйста, стакан большой. Я могу и без сока. Слушай, я тебе могу сказать, я тебе сейчас отсказал, пока мы чай пили, что у нас... все категории зрителей тебя смотрят. Все твоя программа, огромное количество фанатов. И я тебе могу сказать свое отношение. Я последний раз видел твою программу, находясь в Берлине. Знаешь, когда советское телевидение включаешь, ну, да, гостей, да. Там все время показывают тебя. И я считаю, что вот это драматургически, сценарно и постановочно, и даже с точки зрения ведущих, это лучшее шоу российского телевидения, прям которое сейчас есть. А я тебе объясню, почему. Потому что ты не отлипаешь. Я сижу, я все понимаю, что там где-то там редактор что-то договорился, что-то там как-то срежиссировали. Но это интересно смотреть. Вот, в смысле, кто договорился, что срежиссировали? Вот, ну, скажи, пожалуйста, вот гости, они как к тебе приходят? Вот все по чесноку там прям? Да. Нет, понятно, что когда приходит Шура или приходят Нет, Зверев... Нет, я про простых людей. Мне как раз Шура простые, не интересен. Да. Сереж, вот, ну, я думала, ты-то профессиональный человек. Да. Если бы так актеры средней руки, незасвеченные, играли, как эти ребята, девчонки, мужчины и женщины, им бы всем дали давно Оскар. Это нереально, когда у них синеет лицо, там белеют губы. Это абсолютно люди с улицы. Ну, видно же, ты же должен чувствовать, что это не отрепетированные плохие артисты. То есть ты хочешь сказать, что предэфирной подготовки с гостями нет вообще никакой? Они приходят голые прям в кадр? Сереж, мало того голые, я их вижу впервые, поэтому мне еще их нужно раскрутить. А ты знаешь, какое количество людей? Вот я тебе просто один расскажу эпизод. Да. Где-то года полтора-два назад, можно просто уточнить, пришел такой болгарин, красавец, гитарист, поет, харизма Христа, сумасшедшая харизма, и один из женихов. У меня глаз наметан, и я думаю, ну этот ты пришел попиариться. Конечно, ему нужен рынок. Поэтому я все я в секунду в одну соображаю. Думаю, конечно, будет сюрприз, когда он будет завоевывать что-то на гитаре. Естественно, так все и получилось. И я девушке говорю, милая, не раскатывай губу, не по твоим зубам, парень. У него другая судьба. Ты девушка простая, ищи из простых. Я говорю, тебе не нужно к нему, он пришел пропиариться, это же очевидно. Она идет к нему. Думаю, ну и дура. Через год звонок. А он мне все время периодически так позванивал. А потом уже по скайпу пообщались. Он женился на ней, они родили ребенка. Это только один случай. Лара, а сколько браков? Счастливо нереально. Послушай, программе 4 года. Вот представь себе, вот 4 года люди общаются, знакомятся, да, встречаются. Да. Они же не все женятся. Нет, ну нет. Какой процент? Сколько? Огромное количество. Я думаю, процентов 12. То есть ты хочешь сказать, что ты прям реально соединил 12% вот от того огромного количества? Это я минимум тебе сказала, потому что я не врушка, просто мне не хочется. Это те, кто уже есть повторные, приходят люди после развода с детьми за это время, которым я говорю, ну надо торопиться, куда ты торопишься? То есть подожди, они у тебя на программе встретились, женились, потом развелись и опять пришли, да, к тебе? Да, только уже с ребенком, да. Но я еще раз говорю, Сереж, я же не сваха. Я не сваха, я просто ведущая. Со мной никто не работает до программы. Я с ними не вижусь, никому кремлю. Вот я себе ключ, вот просто в эфире. Я их не вижу ни до, ни после, потому что у меня поток. Я за 4 дня пишу на месяц. Поэтому у меня нет просто реальной возможности. И потом зачем? Слушай, а люди, которые к тебе приходят, ты знаешь, меня всегда... Я про девчонок отдельно поговорю, я тебе про мужиков скажу. Ты знаешь, у тебя есть редкие персонажи, и последние... Вот я в течение нескольких месяцев, пока вот летом я выезжал куда-то еще, где-то я был, я смотрел программу «Давай поженимся», меня потрясали всегда мужики. Значит, к тебе последнее время, может быть, это всегда так было, повадились особи, которые, ты знаешь, вот... Ну, я говорящую жопу им подведи, наверное, тоже им будет это очень плохо. Они хотят, чтобы она была сексуальная, чтобы она выглядела как проститутка, при этом была домашней хозяйкой, любила детей и слушала во всем муж. То есть люди, которые, ну, ты знаешь, вот ты на нее посмотришь... Ну, вы такие.
Да мы все такие. Вы мужчины такие, вот, да. Нет, или вы таких выбираете? Нет, это все такие. Когда приходят, ну ты просто молодой парень, и тебя есть за что любить, ты талантливый, ты с такой харизмой, ты молодой, ты красавец, ты умный, в конце концов ты клевый, ты завидный жених. Когда приходит старче, от которого просто уже запах старости, понимаешь, ему там хорошо восьмой десяток. Такой с дряблой жопой. Да это даже в мужчине не самое главное, после определенного возраста. И он 40, говорит, вы что мне с 40-летних привели? Клянусь тебе. А сколько он хочет? Ну, до 27. То есть вот ему 76, а надо, да, чтобы 27? До 30, а да. Почему? Вот она что у него должна найти? А я тоже говорю, а она вас за что? Тогда, ребят, вы должны договориться. Она вам лучшие годы своей жизни, а вы ей что-то... Нет, а ему не нужна за деньги. Я говорю, а что вы ей тогда дадите? Что? У вас правнуки, вы хотите, вы по-любому им оставляете завещание. А ей что? Вот она вас похоронит, а... А не надо так разговаривать. А что вы мне хамите? Не, я говорю, я просто реально. Я же должна девочек сейчас каким-то образом у вас... Ну, в общем, я так и сделаю вывод, да, мужчины. Сереж, я понимаю объективно, что молодость – это прекрасно, что нет ничего прекраснее молодости. Она только короткая очень. Да, но когда ты уже тебе за, хорошо. Я вообще задумываюсь, зачем тебе нужна жена. Ну, в принципе, тебе уже есть чем занять себя. Ты там 5 раз вдовец, у тебя правнуки. Ну, займись ими. Зачем? Для чего? Если тебе нужна женщина, и у тебя есть деньги, иди купи. Если тебе нужна подруга, ну, просто так сойдись. Понимаешь, за подарки там, за что-то. Нет, они хотят же еще и бескорыстных отношений. Ну, и при всем при этом я тоже не отношусь к ним как к идиотам. Иначе это провал программе. Я все равно вынуждена влезать в их шкуру, я вынуждена с ним беседовать, разговаривать, потому что... Ну, потому слушай, что... ну а девицы, которые приходят вот того, той самой категории 23-25, они же тоже все приходят такие, знаешь, нацеленные. А я хочу мальчика, да, с карьерой, а да? Я хочу такого. Да. Можно, конечно, сказать пошлое слово «меркантиль», но они же вот, да, так вот пожитейски. Да, Сереж, ну у меня подруг огромное количество. И... Когда я говорю, слушай, у нас с Игорем... Такой есть парень, развелся год назад, просто тепленький, надо брать. Он говорит, а что у него есть? Никакой рост, ни цвет глаз, ничем занимается, ни что он любит. А что у него есть? Понимаешь? Поэтому давайте не обольщаться. Это противно, но, Сереж. И, в общем-то, знаешь, это как-то за 4 года я, в общем-то, уже поняла, что лучше, когда браки равные. Вот тут для своих детей тоже будешь выбирать... В общем-то, ровню, чтобы у них была похожая детская. Социальную историю, ну, ты конечно, да. Ну, конечно. Потому что иначе, понимаешь, эти браки разъедают, как это ни странно, у меня и своего опыта было выше крыши. Но вот сейчас пообщаешь, браки разъедают никак не измены, никакие там предательства, о которых они там говорят, это бред. Разъедает зависть. Один успешный, другой нет. К одному мама приезжает там в гости на Мерседесе, вся красивая, благоухает цветами, а вторая мама несчастная на метро, понимаешь, и просит дочь, там приезжай, картошку нужно, вот осень уже нужно выкосить нам с папкой помочь. И эта дочь дрожащими руками тырит ему уже деньги, чтобы ей сунуть, чтобы она не позорилась, понимаешь? Перестает общаться с родней, потому что, ну, не камильфо, он там сын, допустим, депутата государственного. Да, понимаешь, а девочка вроде хорошенькая, но очень из простых. Совсем из простых. Она начинает придумывать про себя легенды, начинает что-то сочинять и врать. Я, например, со мной это бесполезно. Да, со мной это немножко, да. Сереж, со мной это, спасибо большое, бесполезно, потому что я как рентген. Я не знаю, почему. Это мой опыт личный, умноженный на вот на такое количество уже. Твое здоровье. Но я просто считываю, я говорю, зачем тебе? У тебя, тебе столько достоинств. Ты такая, ты ж не виновата, это ж не программа. Хочу родиться у таких троих. Ты классная. Просто полюби себя вот в этой ситуации. Лара, вот ты скажи простая. Мне, пожалуйста, вот я с тобой давно общаюсь. Я, да, общаюсь с твоими подругами. Я про вашу тусовку, там, какие-то вы мне истории рассказываете. Я понимаю, из чего вы были сделаны, более-менее. Вот я когда смотрю эту программу, давай поженимся. Я смотрю на людей. Это еще раз, да, я сразу скидку на то, что я циник абсолютный, да? То либо народ поговнел, да, либо, может быть, я повзрослел. Потому что приходят либо фрики, либо какие-то конченые идиоты, типа 80-летнего старика, либо алчные бабы. Вот народ поговнел, или просто жизнь изменилась, это вот так вот оно и есть теперь. А просто мы не знали, когда нам было по 20, что можно найти себе 40-летних и жить в шоколаде. Мы просто не знали, не было такой возможности. Навряд ли бы я прошла ту самую жизнь, при моих-то данных внешних,
до там, определенного возраста, вся гадость земли, которая была, еще и плюс нищая, это были мои мужчины, понимаешь? Я просто дура, я очень о многом жалею, кстати. Ну, если бы сегодня, да, если бы мне было 20 лет, и я бы была такой, какая я была, ну, я бы точно давала с умом. Ну вот скажи, продавать с умом. Лар, вот вспомним «Жестокий романс». Ты, вот взрыв тогда этого фильма и Гузеевой, я не знаю, с чем еще можно сравнить. Вот не по типологии, да, а просто вот таких ярких моментов, когда вот так вот приходила актриса, и она так взрывала. Спасибо. Их было очень мало. Ты это знаешь, поэтому ну, я да, тебе десятый да. раз скажу, да. Не благодари меня. Да. Но ты же тоже, вот послушай, ты же потом пропала из кино, потому что у вас были какие-то терки, например, с кем? С Рязановым. Ну ты же тоже могла дать секретарю обкома, Ильдару Рязанову, и потом бы снималась бы во всех кино. Играла бы «Тружниц села», играла бы потрясающих каких-нибудь, значит, глав фабрики «Москва-Швей», и все бы у тебя было хорошо. «Черная Волга», кооперативная квартира. Ты же не сделала этого. Сегодня на весах стоит гораздо больше, чем роли. Ну, сыграла бы я еще пару ролей. А потом бы спилась, потому что все равно природа, она же куда деть ее? Молодые должны жить с молодыми, нужно жить с страстями. Я по-другому как-то не могла. Это я вот сейчас сижу, рассуждаю, думаю, вот если бы мне сегодня бы встретился бы там Прохоров, а я бы была, ну, конечно, да. Я бы думаю, а потом, ну, а вдруг от него плохо пахнет? А вдруг у него какая-то привычка, которая меня бы раздражала, и я бы не смогла там с ним лечь? То есть я об этом тоже думаю. Но я тебе хочу сказать в защиту девчонок и мужчин, которые приходят к нам на программу. Не все дебилы, Сереж, поверь мне. Я иногда умудряюсь. Не все дебилы, не все уроды, не все приспособленцы, не все. Это просто когда приходит красивая молодая из Усть-Хрустального и рассказывает, что ей не нужен богатый, а сама здесь живет с подружкой в коммуналке в Биберево. Я говорю, зачем? Ну вот скажи честно, что ты хочешь. Легче будет так. И нам будет легче ориентироваться, и мы тебя найдем. Я просто не люблю, когда меня начинают разводить на дурочку. Мне очень вот нравится. Это самый любимый момент в передаче, когда приходят молодые бабы, и они пытаются изобразить, что они больше тебя знают, и что они тебя сейчас в кадре переиграют. Что они начинают тебе прям вот конкретно врать. Некоторые конкретно идут мочить меня. Просто да. говорят редакторам, что она себе представляет, что она там себе позволяет. Да. И мужчина есть, который говорит, я ее сейчас сделаю. Приходит, я на нее смотрю, говорит, ну, здравствуй, сынок. Все, он сдувается просто секунду в одну. Понимаешь, поэтому есть, как бы меня ни обвиняли, есть правила этой программы. Либо ты идешь, либо не идешь. Я никогда не задеваю частную жизнь. Я никогда не оскорбляю, не унижаю людей. Что-то ко мне приходят такие иногда серые убогие, а уходят, улетают на крыльях, потому что они клевые, потому что они естественные. Самое противное просто, когда фальшь. Но все равно тебя же любит большинство. Понимаешь, большинство, кто да? видно, что они тебя любят, конечно. Спасибо. Видно, что. А вот еще, конечно, мне видно, потому что я тебя давно знаю, что вот тебя некоторые люди очень дико раздражают. А сын, когда тебе пиздеть прям начинает в кадре. А я нет, а я действительно из гуску. Прям раздражает, да? Да, прямо видно по глазам. Ты же сама. Но я вообще стараюсь как-то себя держать. Ты актриса, ты великая актриса. Ты, конечно, можешь все сыграть. Спасибо, мой дорогой. Дайте, пожалуйста, скайпа нам. Сейчас телезрителей послушаем. Ксения, ты в прямом эфире. Здравствуйте. Лариса, я хотела бы вас спросить про вашу вот способность видеть людей насквозь. Вот вы сказали, что считываете как рентген. Вот как это у вас получается? То есть это было с детства, да, такое? Или это вы приобрели? Ну, вообще, конечно. Я вообще интуицию, мне кажется, животного. Обмануть, ну, можно, конечно. Но я сама позволяю себе обмануть. Я говорю, ну, давай. Сколько ты? Вот столько еще. Правда. И я тогда включаю дуру, и я тогда с ним играю, с этим человеком. И вот так, и прям уже, что ты говоришь? Потом в конце все равно ему приговор смертный. Шутка. Ну, трудно, да. И мои дети уже это вычислили. Когда у меня дети вот только стали разговаривать, ну, и более-менее соображать что-то, я им сказала, говорю, ребят, вот я сама неврушка, и я ненавижу, когда врут. Вот просто не надо, меня это оскорбляет. Ну, не надо мне врать. Жизнь длинная, запутанная, и столько в ней будет всякой гадости. Всегда мне говорите правду, потому что я за правду не только не нахожу, я помогу вам. За вранье уничтожу, вы знаете, я человек жесткий. Просто вот сравняю. Я говорю, я вас в такие комплексы загоню. Зачем вам с этим жить же потом? Поэтому вот лучше придите и рассказать. Я говорю, ну что я вам максимум? Ну максимум я скажу, ёб твою мать. Это максимум. Не ударю никогда, не унижу, не растопчу. И поэтому вот, ну как-то так вижу.
Слушай, а все люди хотят выглядеть, вот все, которые к тебе приходят, все, кто к тебе приходит, они, как правило, играют, да, роли? Потому что мы каждый, ну, когда вот ой, он нет, приходит, он же хочет быть лучше, ну, да, чем да, он есть, да, на самом ну, деле. Да. Ну, Сереж, вообще вот когда ты знакомишься с человеком, ты себе не можешь позволить показать, на что ты способен. Ну, правда, да. Это как же ты с друзьями, с близкими людьми, с родственниками. Ты можешь расслабиться и быть самим собой. Вот посмотри, вот почему проблема, когда люди женятся, и через год ты вдруг обнаруживаешь, что рядом с тобой чужой человек. Да. Опять же говорю, от нее не так пахнет, у нее, кажется, не тот цвет лица. Думаешь, во, блин. Я же тогда не пил, все же нормально. Понимаешь, мы все на первых порах, чтобы произвести впечатление, и себя изображаем то, кем мы не являемся. А потом устаем, а потом как-то привыкаешь, притираешься, и вот я такая, оказывается. Лара, расскажи, пожалуйста, знаешь, такой вопрос из области сравнений, да, сравнительных характеристик. А вот красивой женщине, ей где было легче жить, в Советском Союзе или сейчас? Легче с точки зрения кайфов, материальных благ, там, возможных статусных изменений. Ну, что мы могли себе купить? Ну, прийти в магазин, где были все женщины-продавщицы, ну, там, попасть здесь, построить ему глазки и купить себе, там, не знаю, упаковку кофе. Сереж, ты, наверное, просто уже не помнишь, какие это были тяжелые времена. Ну, отдельные же люди жили на Никольной горе. Я так не жила ни одного дня, кстати, я и сейчас так не живу. Я ни одного дня в своей жизни не жила в центре, например. Ни в Питере, когда у меня была своя квартира, ни здесь. Я всегда живу там в жопе мира. У меня не было никогда возможности, у меня никогда не было богатых любовников и мужей, никогда. Мне никогда никто в жизни ничего не подарил, ни одного квадратного сантиметра. Понимаешь? Даже когда мне Медведев вручил орден, все думали, а что он тебе там подарил? Орден. Орден. Понимаешь? Я ведь заслуженной артисткой стала в 32 года, по-моему. То есть это очень рано. Мне тогда вручили и Завьяловой Александре, которая еще играла в «Тени исчезают» да. в полдень Пестемею. Да, да. То есть, представляешь, да, у нас да, разница да. в возрасте. То есть все это у меня было, но я все свои коммуналки прошла, например. Я как-то никогда такого у меня не... А я даже и не знала об этом. Потом, ты знаешь, вот у меня да или защита... А в твоей среде что, все такие были? Да нет, когда мне было 20-30 лет, тогда все как-то жили, ну, была Елена Дропека, там, она распределяла какие-то машины или там еще что-то, ну, наверное, что-то она себе выкраивала. Кто-то там был ближе к директору там студии, ну, может быть, какие-то были, не знаю, путевки у них куда-то, но по большому счету... Или я с ними не дружила. Я даже в таких квартирах никогда не была. То есть я с такими же, с такой же гопотой общалась, как я сама. То есть вот если сейчас бы вышел «Жестокий романс» в новой упаковке, мы понимаем, и вот появляется... 20, сколько тебе тогда было? 23. 23-летняя Лариса Гузеева появляется сегодня, в 2012 году. То есть у нее совершенно другая жизнь будет. Думаю, она да. Она выстрелит. Она по-другому. Все поменяется. Думаю, да. И муж прям натурально Миша Прохоров. Ну, может быть, если наступаешь себе на горло. Но, понимаешь, у меня были свои бонусы в моем возрасте. Я ведь тогда объездила весь земной шар от Госкино вдоль и поперек. Когда никто не ездил, ну вообще. Послушай, я всю Латинскую Америку, Европу, ну, понимаешь? Поэтому были какие-то свои плюсы. У меня нет сожалений, у меня нет печали. У меня есть печаль по поводу, что я была дурой, не всегда в ладах с умом и много делала глупостей в ущерб себе, своему здоровью. Так. А так, ну как-то нет. Все уравновешено, знаешь, в жизни. Ну да, это весы. Дайте скайп, пожалуйста. Жора, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Лариса. Вот в программе «Давай поженимся» принимали участие очень много интернет-легенд, например, Гоген Солнцев, Алена Пискун, Света Яковлева, даже Жигурда был в качестве друга невесты. А у вас есть какие-нибудь фавориты в программе? Самые неудачные программы, кстати, были с ними. Ну ты понимаешь, потому, да, что это уже герои из интернета? Вот почему, вот самые неудачные были программы с Comedy Club, с девушками. Почему? Неудачные. А я тебе хочу сказать, потому что они не пришли, вот такой Маша и Люси, у которой хотят выйти замуж, а они пришли в образах в этих. Ну я же профессиональная актриса. Это вот как тяжело в КВН, вот сейчас есть такая рубрика «Сцена со звездой», с непрофессиональным тяжело. И я говорю, пожалуйста, девочки, если вы такую задаете мне историю, что вы вот в роли там зэчек, в роли таких ушлых, это дано профессионалам, и то не всем. Вы выглядите смешными. Я говорю, давайте по-новому начнем с вами. А они уже не могут из этого. Вот такая самодеятельность. Там мало того, что там легенда, которая просто на моем втором вопросе, она уже рассыпается.
И нужно иметь хороший ум, хорошие мозги, большой талант, чтобы так развести. Это первое. А вот эти вот все солнца, кто там еще из дома два? Лена Яковлева, я была, не Света помню, Яковлева. Я не помню их, но это же, ну, ребят, ну им хочется, наверное, каким-то образом засветиться. А может, они хотят выйти замуж и жениться, Бог их знает. Думают, пойдем, типа, сейчас поглумимся над Гузеевой. Ой, да ладно, да я ее сейчас сделаю в 3 секунды. А в душе, наверное, он думает, а вдруг правда? Вот в прошлый раз же вот была там девка клевая, каратистка там или еще что-то. Ладно, если бы я к тебе пришел на программу, вот, например, я телезритель из Перми, я бы к тебе пошел только с целью показаться на Первом канале. Мне бы вот в трезвой памяти... Ну, я бы не смог жениться в прямом эфире. Я бы даже не подумал, что такое возможно. Сереж, ну все же разные люди. Ну послушай, все люди разные абсолютно. У тебя есть возможность. А вообще, по большому счету, где им знакомиться? Где? В интернете? Вот они попадают на всех идиотов. Ну подожди, ну где знакомиться? В офисе знакомиться, знакомиться в ресторане, в кафе. Они же где-то как-то, они же как-то социализируются. А они не приходят уже со своими историями. Попробовали в ресторане, и в интернете, и в офисе, а у них ничего не получилось. Потом многие приходят за советами. И... Ладно, там есть такие экспонаты. Была девушка, которая, вот смотри, у нее была история, она тебе рассказывает, ну вот вы ты говоришь ей, ну вот, а ваш первый муж как? Ну вот мой первый муж, знаешь, очень хорошая была история, он так за мной ухаживал. Вот, мы родили ребенка, он меня начал бить, и мы расстались. Ну вот, подожди, ну а вторая вот у вас была? Слушайте, второй был, вот Саша хороший тоже был, он так красиво за мной ухаживал, цветы, потом мы, помню, полетели с ним в Турцию. Потом мы поженились, он опять меня начал бить, и мы расстались. И я вот жду, что у тебя в другой ситуации должно... Дура, ну у тебя и третий раз так ну, будет. Ну, я не... Да, я в результате так и говорю. Но я, понимаешь, она только первое предложение сказала, я уже все про нее знаю. Но у меня есть формат. Я 15 минут должна с ней говорить. И от того, что она выговаривает, я говорю, да вы сами понимаете, в чем ваша причина, в чем ваша проблема. Я мне не жалко женщин, которых бьют. Но если только она не попала один раз в жизни в какому-то маньяку. Я не про это. А когда ты живешь с мужчиной, и позволяешь... Он бьет. Да, и он тебя все время бьет. У меня такой сосед был, и соседка наверху, когда мы еще жили на Зеленоградской, вот он ее бил, и она все время подскула. Сначала я... Это он нам спасибо сказали. Продолжай. Да, сначала я стучала по батарее, ну чтобы... А потом мне захотелось, чтобы он ее добил. Просто. Я поднялась наверх. И сказала, что ты скулишь, спать мне не даешь. Что за проблема у тебя? Мне было 40, наверное. А если у нее убери этого мужа, идиота, у нее ничего не останется. А с кем она будет сидеть на кухне с подругой, нервно курить и рассказать, что вот мой опять меня, вот посмотри, вот здесь и вот здесь. Она же в своих глазах героиня. То есть она кайфует. Потому что ей, конечно, потому что ей все говорят, уйди, он тебя последний раз, он тебя добьет. Она говорит, нет, вы его не знаете. Он потому что когда он в 1974 году 2 дня не пил, я помню, он был такой нежный, понимаешь? Она все этого ждет, чудо. А может, и не ждет ничего. Но главное, что дети растут, они же все это видят, уроды. И абсолютно точно, как под копирку, калька просто. Дети перенимают схему, сюжет истории своих родителей. Ты понимаешь? Вот в этом ужас. А скажи, а почему, например, ты? А вот вы бы? Я говорю, я бы. Вот он уснул бы, мой муж, если бы на меня один раз поднял бы руку. Я бы вскипятила кипяток в кастрюле. И когда бы он уснул, я бы вылила на него. И я говорю, он говорит, правда бы так сделал? Я говорю, конечно. Конечно бы я так сделала. Я бы сказала, нечаянно. Потому что он меня так избил, что я вот, проходя мимо, хотела ему там ножки попарить. А просто вот он меня ударил, и в этот момент я на него вылила кипяток. Я бы так сделала. Нужно себя защищать. Потому что, я говорю, представляете, миллионы лет люди сходились, рожали детей, чтобы через миллион лет родилось такое чудо, как вы, Наташа. И какой-то урод сейчас, потому что он нажрался, и ему что-то показало, он вас убьет. И вы раз, и прервете просто вот это. А Наташа кайфует от этого? Нет, ну вы, ну, в принципе, есть он неплохой. Кайфует вы знаете, да, в принципе, он неплохой. Так же, как меня вот недавно позвали на передачу анорексички, которая весит по 24 килограмма. И вот в студии, как белуги, все бьются и говорят, вы понимаете, что вы можете умереть. А они смотрят рыбьими глазами на этих людей и думают, вы о чем? Им в кайф. Как наркоманам. Им в кайф. Весит 24 килограмма при росте 1,76 м. Им не жалко родителей. У них есть вот эта вот бодяга там в интернете, они списывают, а ты насколько похудела, а я сейчас 11 килограмм вешу, а я завтра умру, и они, ой, понимаешь, у них своя жизнь. Так же, как вот у этих убогеньких, которых бьют, понимаешь? Есть такое нездоровье, ну это было и в советские времена, это и сейчас, и они находят как-то друг друга, поэтому каждый выбирает свой колор. Дайте нам скайп еще.
Игорь, ты в прямом эфире. Добрый вечер, Лариса. Замечательно выглядите. Добрый вечер, Сергей. Спасибо. У меня три вопроса сразу предупрежу, так? И мне интересно узнавать из первых уст о тех, кто мне симпатичен и интересен, поэтому стараюсь следить за статьями, интервью, интересующими меня личности. И вот замечаю, что вопросы особым разнообразием у журналистов не отличаются, да. Чего нельзя сказать о передаче «Минаев Лайв». Да. И вот хотелось бы такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, Лариса, назовите вот самые частые, надоевшие, набившие оскомину вопросы, самые глупые примеры, и как вам удается с ними справляться, как вы на них отвечаете? Игнор, на автомате какую-то заготовку вы даете или еще какой-то способ? Нет, это сейчас просто послала. Еду в машине к вам на программу, и для какого-то там журнала, опять же, жестокий романс. А как вас нашли? Я говорю, а вы все помните, что у вас было 30 лет назад? Вот что с вами было? Прошло 30 лет. Уже только, ну, я везде об этом говорила, во всех интервью, понимаешь? Вот я сижу, у тебя еще два вопроса, крупная женщина, да? Но понятно, что мне нужно худеть, это понятно. И я все думаю, что вот если бы Игорь поставил условия, что брошу тебя, променяю там Бухаров тебе условия на кого-то. Не поставит, понимаешь, конечно, бы я тоже... Я не знаю ни одной такой пары, как вы. Вот. Я бы что-то с собой делала, или мне там Эрн сказал, все, или ты худеешь на 20 килограммов, или я тебя там гоню. Ну, вроде так думаю, надо похудеть потом. Да, сейчас второй пока вопрос, Лариса. Да, да, спасибо да. За ответ. И когда? Первый. Нет. И вот сидит со мной, да, и вот мне кажется, издевка. А как вам так удается хорошо выглядеть? Думаю, послушайте, ну, во-первых, мне не 92 года, только 70. Поэтому я выгляжу адекватно своему возрасту. Вы похудели. Я говорю, идите в жопу. Все. Вот потому что, ну, когда начинается такая уже издевка, вот я эти вопросы терпеть не могу. У вас еще два вопроса было. Да-да-да. Лариса, на сегодня вот вас нынешний от кого больше? От женщины, которую вы сыграли в номере КВН, вот недавно, команде Раисы, от девушки, главной героини жестокого романса, или же от ведущей передачи «Давай поженимся»? Вот вас настоящий сегодня. Послушайте, в романсе мне было 20 с небольшим, да, я... В КВН я участвовала, я придумала в себе этот образ. Вот потому что было бы странно, если бы я вышла бы красивая, напомаженная. Я с этим делаю. Конечно, эти бигуди, мамина ночнушка. Все. Ну, я ж роль какую здесь играла. Зато я получила отличная единственный роль, высший балл. Да. Понимаешь, поэтому... А в программе? Ну, это что же не я? Да, вы говорите, что вы играете всегда. Вот хотелось бы узнать, ну, когда, я играю, конечно. Где все-таки... Да. Нигде не ну, я. Ну как? Я же, а если бы программа называлась «Давайте Серьезно. Разведемся», я бы была там другой. Если бы я вела «Пусть говорят», я была бы третьей. Это ж мой хлеб. Как? Это ж моя работа. Вот я сейчас такая, какая я есть. И то все время так косяка давлю, думаю, ой, да. Как-то мне это надо было по-другому хорошо, одеться. Хорошо, да, у тебя есть вопрос? Третий вопрос. Давай. Да, да, Лариса, третий вопрос. Вы любите книги. Вот вы не раз признавали, точнее, видел в передачах, что вы любите Минаева, допустим, как автора. Было из вежливости. Это Лариса из вежливости говорит. А супруг говорил Ларисе на передаче на НТВ как-то, что вы любите, что она любит книги... Ой, у Гордона, прошу прощения, Сергей. Супруг Еёны меня за руку в издательство вообще отвел, чтобы вы понимали. Да-да-да, я в курсе. Так вот, хотелось узнать, Лариса, какие вы больше любите книги? Современная, классику или же... Вот вы будете смеяться, я, наверное, не создаю впечатление читающей. Вы знаете, как меня в детстве мама наказывала? Читать не дам. Она приходила ко мне в 4 утра и выключала свет или в 5 утра. У меня отчим был, Царство Небесное, который читал все с запоем. Просто я его без книжки не видела никогда. И тогда, ну что, я жила там в провинции. Что с библиотекой, все было дефицитно. И я ходила в библиотеку, и такие были авоськи вязаные, в которых носили папиросы и водку. Да. И я из библиотеки приносила книги. Мой отчим покойный ждал, как наркоман, что я ему принесла дозу. Я его без книжки не видела никогда. И я читала. Лара, это вот почему он делал? Вот... Ему скучно было? Ему жить было скучно? Почему он все время читал книги? Ну что значит скучно? А кто-то в гараже пропадал но книги, и пил с утра до ночи. Да, и пьянка тоже развлечение. Да, кто-то пил и бил. А мой отчим не пил, не курил никогда. Ну вот читал как подорванный. И мне было с книгами интереснее. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что у тебя времени практически нет. Ну, свободно. Тем не менее, ты смотришь телевизор? Да.
смотришь. А ты смотришь сериалы не наши, а американские. Ты знаешь, что сейчас вот последние 5 лет, под 10 лет, это такая большая история очень. Что... Ну, я какие-то серии смотрела, «Секс в большом городе», честно тебе скажу. Тебе понравилась история? Я тебе, знаешь, я их смотрела. Я дряблую жопу оттуда взял. Знаешь, почему? Я тебе там сценку, там сцена была гениальная. Там, значит, одна из девиц, подскажите мне, редактор, как ее зовут? Одна из 4 девиц, которая, она все время, она постоянно в каких-то сексуальных скандалах, историях. Она, значит, блондинка Саманта. И да, она да. ищет, значит, вот такого. Все ищут, понятно, мужчины своей мечты. Но ей надо, чтобы еще с бабульками был. И вот она там сидит в ресторане, значит, с мужиком, который лет на... Ей, например, 35, а ему 75. Он за ней ухаживает, дорогое вино, дорогой ресторан. Раз происходит, два, он ей брюльи дарит, то, все, 50. И в конце концов, ну, надо давать тоже когда-то, да? И она приезжает к нему, у нее шикарный дом, они вдвоем ужинают, и они идут в спальню, значит, все, она раздевается, он выключает свет. И какой-то там момент, я не помню, что он говорит, сейчас я вернусь, он выходит из спальни, он поворачивается и показывает прям крупный кадр, знаешь, вот эта дряблая жопа. И она встает, одевается и убегает. Нет, надо стареть вместе, тогда ты не будешь этого ничего замечать. Ну, конечно, но нет. Это, таких денег не существует в мире, по-моему. Ну, вот она это доказала, прям вот натурально в этой серии. Угу. Но вопрос какой-то был не к этому. Я не к этому, я про сериалы, просто сейчас большой... Нет, не смотрел. В Америке сейчас, я не могу сказать, что это сворачивается, но культура сериалов, они практически заменяют книги, потому что по драматургии, по... актерскому составу, по сценариям, это, конечно, просто шедевры. Шедевры, но есть еще и аудио, когда талантливые актеры начитывают тебе «Войну и мир». Но они тебя лишают воображения, понимаешь? А книга – это кайф, это только мое, это так интимно, это когда я читаю, и герои все мои. А что ты вот, скажи, ты говоришь, ты смотришь телевизор, а что ты там смотришь? Ну, честно или покрасоваться? Да, честно. Покрасоваться. Покрасоваться – канал «Культура». Если это честно, понятно. Я смотрю как кошка. Вот у меня есть 2 часа в день. Я как кошка. Для меня важно изображение, чтобы что такое мелькало. Типа магазин на диване. У меня есть такой грешок. Такое количество купленной гадости. То есть все-таки я встретил этого человека. Да. Я думаю, кто не распаковано. Просто и мне Игорь говорит: «Лар, ну ты мне скажи». Он говорит: «Это отстойные кастрюли, в них вредно готовить». Но меня зомбирует, а потом у меня мозг отдыхает в это время. Ты я что-то... Да. У меня такое количество каких-то поясов, которые вибрируют. Magic Bullet, вот это вот все. Они же еще так тебе... И с розовой, и с голубой каемочкой вы никогда не перепутаете свой стак. И я прям набираю, они говорят: «Да, здравствуйте, Ларисочка». Уже там же у них высвечивается все. Значит, все вот это белье, когда ты его надеваешь, там, типа, ты худая, оно вылезает вот отсюда, вот отсюда. Отовсюда это кошмар, это носить ничего нельзя. Ладно, то есть ты реально покупаешь? Я не реально знал, покупаю, я никогда... реально покупаю. Мало того, я прямо нервничаю. Я говорю: «А как это так? У вас нет этого ножа. А вы знаете, что это же я, Лариса». Они говорят: «Ларисочка, мы знаем, но у нас вот будут поставки через месяц». Я говорю: «И что, я должна месяц?» Игорь говорит: «И то есть у тебя дома, то есть вот на кухне склад. Вот эти вот нераспакованные вот говно, это вот то, что ты купила в магазинах?» Да, у меня вот просто завален магазин на диване. Лара, я думаю, за чей счет они живут? Слушай, ну ты кто покупает эти чудесные очки? Да. Вот эти потрясающие очки, ножи, вот которые режут людей, как оленей. То, что не режет ничего, а когда они говорят: «У вас нет, у меня, я же еще и хорошая мама, я же готовлю, я хорошая жена», ты же был, знаешь. И думаю, правда, одну луковицу, потом ходишь в этот дурацкий запах, а это засал, так чпок-чпок-чпок, это неправда, потому что это все вылетает нахер, это все... Слушай, этот как покатал чесночину, и она у тебя, значит, это все, во-первых, неправда, я все-таки, мне ставить некогда, мама говорит: «Доченька, я тебя очень прошу, пожалуйста». Я говорю: «А можно я сама буду распоряжаться хотя бы частью своих денег?» Слушай, я недавно дочери, значит, мы с дочерью смотрели ТНТ, и там была серия, я не знаю, как этот фильм называется, подскажите вы мне, если знаете, там вот две семьи, отец с матерью пожилые, у них, значит, 2 сына, у них жены, соответственно, и там отец разыгрывал, там была такая мизансцена, что он накупил вот в интернет-магазине китайских кастрюль, якобы швейцарских, из позолоты. Да. Воронины, да, это вот, значит, я ты, не это ты, значит, сериал. Да, вот ты покупаешь эти кастрюли. Я покупаю. Вот я думаю, кто, ну как, кто это? Я говорю: «Ну не может человек вот так вот обманывать и так гениально думать». Ну, в конце концов, если этот магазин живет, не могут все быть вруны, весь мир. Нет, конечно, все могут быть просто покупатели. Все мы просто идиотами такими, да. Да, врунов там нет. Дайте скайп еще. Илья, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Лариса. Здрасте. Вот у меня вот такой вот вопрос. Из авторитетных источников... И, в принципе, вы сами не скрываете. Известно то, что вы страдаете. Вы можете страдать алкоголизмом. У вас было 2 неудачных брака. И после всего этого вы на Первом канале, на федеральном канале,
пошли работать ведущей и пытаетесь и даете советы молодым семьям? И вообще, как и для чего вы пошли в ведущие на такую программу? Илья, ты предпочитал бы, чтобы Лариса Гузеева каялась бы в веригах вот этих плечевых и говорила, я всю жизнь пробухала, у меня два неудачных брака, я великая актриса. Вот Сереж, ты бы что Сергей или Илья, как вы сказали, как вас Илья. Зовут? Илья, послушайте, я не просто пошла на Первый канал, меня умоляли пойти. Я еще кабенилась. И два месяца я еще думала, пойти или не пойти. Думаю, зачем какие-то женилки? Я посмотрела там с этой Волгой, которая была передо мной. Думаю, да ну, где я и где это какая-то бебе. Я еще очень долго была в положении, которое умоляли. Это раз. А во-вторых, что ж я могу передать, если бы я не вытащила себя из этого ада, в котором я была? Это раз. Я могу... сегодня людям дать практические советы, как не попасть в этот ад, как не пойти в лапы уродов и не отдать свои лучшие годы, не пойти в брак. Если бы я не пила в своей жизни, если бы у меня не были неудачные браки, зачем бы я была нужна на этой программе? Чтобы я там сидела вся такая красивишная. Царевна Лара такая, понимаете, в красивых платьях, худая, молодая, и что? Была такая худая, молодая, и где она сейчас? Илья, вот я просто продолжу. Ну а в самом деле, если сейчас Гузееву заменить на хорошую молодую силиконовую тёлку, вот это лучше была бы программа, на твой взгляд? Ей бы было 25 лет, у нее было бы безупречный цвет лица, и она говорила, ну я не знаю на каждый вопрос гостя. Ну вот а зачем вы же? Я не знаю. Это лучше было бы, как вы считаете? Мы бы больше верили ей. Там есть редакторы, например, на программе. Которые что? Ну вы бы такому персонажу больше верили? Ну Лариса тоже не полностью все искренне от сердца говорит, там все равно есть... Сценарий, например. Значит, теперь вот послушайте меня. Значит, одно мое было условие. Первое, что у меня отдельная гримерка. Отдельная. Я ни с Розой, ни с Василисой, ни с кем. Что ко мне все заходят, исключительно с постучавшись. Не врывается никто, как на других. С другими ведущими, с листками. Там вы должны то-то, то-то. Я сказала, это мое условие. И второе. Я совершенно не могу работать с суфлером и с ухом. Просто не могу. Ну, нет такого. Не могу. Нет этой памяти у меня. Конечно же, мне приносят сценарий, где написано, там, Люся Б. сделала 14 абортов. После там неудачного замка. Конечно, мне должна быть история, чтобы было про что говорить, это безусловно. Но, мне даже сейчас трудно представить, но если только у меня будет, например, редактор Нагиев Дима, чтобы придумать мне шутки, или там Иван Ургант с нашего канала, тогда я скажу, ну круто, пусть будут иногда. А так я даже себе не могу в страшном сне. Я же суровая женщина. Я скажу, не нравлюсь? Нет. Ну так возьмите молодую, сядьте ей на ухо, и пусть она вам везет программу. Я никому ничего не должна, Илья. Поэтому никто мне не будет ничего советовать. Никогда в жизни. Спасибо. Лар, скажи, пожалуйста, возвращаясь к тройке, я честно скажу, я к этому эфиру не готовился. Потому что мне... Ну, я многие вещи какие-то знаю. Многие... А мне такое ощущение, что тебе Эрнст заплатил за пиар-программы, потому что мы только вокруг женилок ходим. Вокруг. Нет, мы сейчас дальше пойдем. Хорошо. Мне просто. Я не знаю. Вот, я почему я сказал, что я не готовился? Я не знаю имен и фамилий твоих соведущих. Но я знаю, что у вас в разное время были какие-то такие вот ситуации. У вас были какие-то мини-конфликты. Я понимаю, что ты номер один в любом случае, а не номер два. Ну, вот как у вас сейчас это происходит все? Даже. Вы обсуждаете вот героя? Нет, во-первых, нет. Во-первых, за 4 года, 5-й год в программе, мы ни разу не встретились ни на 8 марта, ни на одном корпоративе, ни на какой вечеринке. Никогда. Мы не созвонились, чтобы поздравить друг друга с днем рождения. А между программами мы живем в разных совершенно гримерках. Я первый, когда пришла к ним, я сказала, девчонки, я давно в этом бизнесе. Для того, чтобы сохранить нормальные рабочие отношения, это только работа, и это часть моей жизни. Очень небольшая, ничего личного. Как только мы сейчас с вами закорешимся, вот это передай твоей дочке на день рождения, это вот твоему да. мужу, как только все на программе, программа, например, муж будет ставить крест. Почему? Ну, потому что мне это мешает. Потому что сейчас я могу посмотреть стеклянным глазом и сказать, ты что себе позволяешь? Ты кто? Завтра пойду к начальству, тебя здесь не будет, поняла? Возьми себя в руки. Есть территория моя, есть твоя и есть твоя. Не лезь ко мне. Я же ведь не сватаю, я же в звезды не лезу. Я могу себе позволить такой тон.
Понимаешь, потому что я... То есть тебе так легче? Я системный человек. То есть тебя ненавидят? Нет. А почему ненавидят? Они смирились уже 4 года. Я системный человек. Я знаю, что мне нужно отписать за определенное количество часов программ на месяц. Потому что у меня уже ждет машина. Мне нужно в аэропорт. У меня спектакли, у меня семья, у меня там съемки. Все. У меня нет столько в организме запаса щедрости там, и для общения. Мне просто этого нет ничего. Мне это будет мешать. Все, вот и все. Мне просто это... Не потому что я кого-то презираю. Я думаю, даже если бы мы с Димочкой, с любимым Нагиевым бы работали, с моим, мы учились у одного мастера, и с ним мы не созваниваемся ни с кем. Понимаешь? Потому что... И с Александром Васильевичем Масляковым я 2 года отвела минуту славы. Нет, он идет потом в свою гримерную, я сбегаю, покурю там и возвращаюсь. Это... Послушай, у меня же нет ни холста с красками, чтобы я там рисовала, ни скрипки, чтобы я вышла. У меня есть мое сердце, моя душа, которую я рву каждый день в эфире. Мне надо же чем-то работать. Вот скажи, пожалуйста, а как у тебя... Я когда вел «Честный понедельник» на НТВ, и год назад я запустил «Минаев Лайф». У меня были разрывы сознания. То есть я иногда на НТВ позволял себе вещи, которые я позволяю себе только здесь, а здесь я иногда сваливался в казенщину. Вы знаете, вот как ты так... Вот сколько у тебя времени сейчас театр занимает? Вот ты сколько в театре проводишь времени, сколько ты времени проводишь? 30. 30 чего? Процентов. 30% свободного времени. 30% телевидения. То есть поровну. Как ты меняешь, вот как ты выходишь туда-сюда? Да, разные драматургии абсолютно, разные задачи. Я же профессиональный человек, поэтому, когда мне говорят, ломаются, плачут, там все это, устают, я как машина. Я за 4 года не позволила себе опоздать ни на одну минуту, никогда. Мое начальство это знает, они поэтому на меня махнули рукой, они знают, что я приду от работы, я машина, у меня такая профессия, понимаешь? Я никогда в жизни не опоздала никуда, и меня никто, не могу заставить людей себя ждать, я и детей так воспитываю. Поэтому, когда мне однажды Василиса, она опаздывала, и я ей поставила условия, говорю, ты что такое? А мне говорят, а ты что, никогда не опаздывала? Я говорю, нет, опаздывают плебеи, а я королева. Скажи мне, пожалуйста. Все, и дети мои также. Поэтому абсолютно есть задача. Я закончил театральный институт. Даже если ты плохо учился, ты понимаешь, что ну как задача можно сверх... можно рвать душу там искренне? Потому что ты довольно искренне, откровенно искренне играешь на Первом канале. К сожалению. Ну, к сожалению, да. Но... К тебе вообще ничего сейчас... не прилипает? Нет, Сереж, вот ты закончил спектакль, ты приходишь домой, ты что чувствуешь? Или все, или ты забыл дома? Нет, я накачу, конечно, что ты. Ну ты накачь, нет, посижу. Я имею в виду, вот роль ты там оставила, в театре? А вот мой мастер говорил, если ты играешь собаку, а после спектакля продолжаешь лаять, тебе нужно в Скворцова-Степанова. Нет, я понимаю, что мне... Это, знаешь, Скворцова-Степанова — это психиатрическая больница в Санкт-Петербурге. В Питере, да. Это, знаешь, это плохие артистки, которые сыграли там эпизод. Потом они говорят, ох, оставьте меня, ах, мне не до вас, мне нужно выйти. Вот они еще сидят там 4 часа в гримерке, снимают ресницы, распаковывают. Нет, потому что меня уже что-то ждет, меня уже разрывается телефон. Я уже в другой жизни. Потому что это профессия. Ты же сначала репетируешь, ты пристраиваешь, ты под себя что-то там подминаешь. Но сказать, что я абсолютно вот лысая выхожу и забыла. Нет, конечно, я гоняю по кругу. Вот дура, надо было вот так сделать. В следующий раз сделаю. Конечно, я гоняю это все в себе. Анализирую, думаю, зачем? Что мне плохого сделал этот человек? Я стала ловить себя на том, что ради рейтинга иногда, ради того, чтобы... Что же надо разбудить зрителей? Конечно. Я себе позволяю лишку. Но мне как сказать, уважаемые люди, планета Земля, я хороший, я мягкий человек вот в ситуациях, да? Я не предательница, у меня есть друзья, все. Но есть формат программы. Если я буду всех облизывать и всем говорить, и говорить только о прекрасном. Это было бы отвратительно. Все... Нет, программа бы заткнулась, да. Замкнулась бы. Как некоторые приходят и говорят, что вы все время... Вот, а я не хочу о личной жизни говорить. Я говорю, принимаю. А что сюда пришел тогда? Нет, я говорю, принимаю. Если вы до такой степени не хотите, о чем будем говорить? Вот у меня есть 10 минут форматного времени, чтобы вы раскрылись, потому что за вас пришли бороться. За 10 минут как можно человека узнать? Ну, из прошлого, да, еще какие-то там реакции. Самый неожиданный вопрос человека раскрывает по реакции, да? Вот как ты человека узнаешь? Вдруг он что-то его там выбешит, вдруг он там начинает как-то реагировать. Думаешь, о-о-о, делаешь какие-то... Хорошо, пожалуйста, принимаем. Не хотите говорить о личном, не хотите вспоминать, хотя мы никого не обижаем. О чем? И понятно, что ни о чем. Я говорю, пообщайтесь друг с другом, что ни хуя нет, пообщайтесь, узнайте друг друга за 10 минут. И
А вы в шахматы играете? Да, я говорю, по переписке. Это очень поможет вам в дальнейшем. Вот у вас есть возможность на берегу договориться. Вообще в семейной жизни это очень важно, играет ли девушка в шахматы. Ну вот какой-то... И я начинаю помогать. Я говорю, ну у вас, видите, не получается. Поэтому я думаю, вот скажет каждый раз, думаю, следующий пул я буду прекрасной. Нет. И потом я понимаю, что вот сидит человек, он расплылся, и для того, чтобы его собрать... Вот так вот чуть-чуть его, понимаешь? Ему нужно противный вопрос задать. Я смотрю программу только из-за того, как ты их долбишь. Ты делаешь это элегантно. Мне нравится. Я вообще сам не очень люблю людей тоже. Вот, мне очень нравится, как ты их долбишь. Нет, я прочитал, я клянусь ты любишь, себе. А ты любишь людей, я знаю. Наверное, нет. Конечно, тоже ты их не любишь. Нет, Сереж, ну почему? Ты хочешь сказать, что мизантроп конченый? Ну, не конченый еще. Ну, не конченый. Ну, конечно, плохих людей кто любит, Сереж? Ну, да. Скажи, пожалуйста, я прочитал интервью довольно давно с одним голливудским продюсером, который сказал, что хорошие актеры, они все должны быть максимально пустые и тупые, чтобы легче личины менять. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Он говорил про Брэда Питта, по-моему. Точно. Моя сексуальная эротическая фантазия. Я знаю. Вот действительно актеры должны быть тупые. Актерская среда, она какая? Ну, вот как великий актер. Вот просто ты говоришь, я меняю маску там, я меняю маску там, меняю маску там, из роли выхожу довольно быстро. И как а бы что вот... мешает при этом вот читать, анализировать, думать? Мыслить, не знаю, общаться с умным людьми, запоминать как-то, быть любопытным. Ну вот я просто не могу никак сообразить. Вот что мешает тебе быть как бы и восприимчивым к задачам режиссера, и в то же время не дебилом? А я рефлексировать всерьез начинаю. Я сразу начинаю озеркалить это все, меня это начинает трогать. А если меня не трогает, я сыграть не могу. Я потому что не актер, я. Ну я же училась. Бедно. Нет, мне кажется, вообще в одной связке это нельзя. Просто есть люди умные, а есть глупые, есть среди них актеры. Это никак не связано. Это как есть люди плохие, хорошие. Кто-то из них наши родственники, понимаешь? Поэтому... Да, это правда. Кто-то из них наши родственники. Что ты сейчас в театре играешь? А мне сейчас новый спектакль выпустила. Сказать название? Скажи, конечно, название. Ну, это французская пьеса. Называется «Клара, деньги и любовь». Ну, классическая история. Муж, игрок, любовник молодой. И вот я. Ты жена? Да, я жена и любовница. А с кем ты играешь? Сережа Векслер, блистательный актер. Помнишь «Антикиллер»? Да. Вот. И кого он играл там? В «Антикиллере» друга. Точно. Да. Все, я понял. Пока. Да, и Миша Владимиров, это сын. Помнишь, были Маврыкин и Никитич? Да, я знаю. Да. Никитичин и Маврыкин, в нашем детстве. Сейчас их заменили новые русские бабки. Ужасно, кстати. Ну, понятно. Нельзя, коллега. Ну. И еще Паша Савенков в состав. Мне очень нравится. А люди ходят в театр? Я последний раз то в театре был. То есть яблоку негде было. То есть позавчера был спектакль на Таганке. То есть, ну, яблоку негде было. А кто ходит в театр? Это какие люди? Вот ты знаешь, не только одни женщины, которые волоком привели своих мужей, там, типа, с условием, хорошо, ты в субботу не пойдешь там на хоккей с ребенком, пошли со мной в театр. Нет, прям вот идут люди. А молодых разные. Много людей? Много очень, да. То есть театр любит? Да. Я не представляю, что в этой среде происходит. Я никогда, не то, что я не любил, я как-то, ну, у меня не получилось жизни, я не знаю почему. В кино я ходил. Ну, я тебе хочу сказать, для моего ребенка, который не был ни на одном моем спектакле, кроме как, когда был маленький, совсем было лет 10, он ты его в «Гример» был, представлял? Да, 5 вечеров он посмотрел. Нет, «Мышеловку» по Агате Кристи. И все, он больше... Я говорю, Георгий, ты не придешь ко мне? Можно с Аней? Мам. Мне Игорь сказал почистить снег. Я говорю, условно. Ну хорошо, да. И вот такими глазами, я говорю, да хорошо, я ж... То есть ему неинтересно? Неинтересно, нет. Никого не любит. Мам, ну пожалуйста, я не... Мам, ну я же вот тебе не заставляю музыку слушать какую-то. Ну если бы я был твоим сыном, я бы тоже на тебя не ходил. Ну а что, мать всегда вот она, что смотреть, да. Ходить на нее? Так нет, они мне заявили... Ты всегда такая, или готовишь что-нибудь, или лежишь в свой долбанный магазин на диване смотришь. Я говорю, вам не стыдно, гады? Я говорю, я работаю, деньги зарабатываю, а оказывается, я всегда или готовлю, а готовлю я для кого? Для бедных людей, что я говорю, для вас же. Ты всегда такая, понимаешь? Или там, я уже когда падаю в полуобморок с пульта, этот магазин на диване, мне 8-я кнопка. Ну вот, что делать? Вот Лара, а что с кино у тебя сейчас происходит? Значит, с кино что у меня происходит? Я снимаюсь.
Просто я могу себе такую роскошь позволить, сниматься редко. Последний раз я снялась, картина еще не вышла. Да? А, у Тиграна Кеосаяна три товарища. Так. Я хозяйку дома сыграла, это гостиница. Хозяйка гостиницы сыграла? Да. То есть я снимаюсь, но я вот сейчас как представляю, говорю, сколько? 8? Я говорю, да вы с ума сошли. Думаю, боже, ужас. А где съемки? В Ялте? Ну хорошо, а сколько съемок? Ужас. И туда летать все время? И вот это гримироваться и сидеть, ждать, то есть ты пока имеешь, тебя позовут? Ты позволяешь себе, ты обладаешь роскошью выпендриваться, да? То есть ты вот, бабки? Нет. А вот сериал сейчас на 24 эпизода. Зачем? У меня сериал 4 года называется «Давай поженимся». Мне зачем же еще другой-то сериал? Чтобы уже людей вытошнило от меня, чтобы мне в крик сказали, боже, ужас, достало. Нет, есть же пока, понятное дело, если бы меня сегодня там Прошкин бы пригласил, или там Кончаловский, я бы пошла бесплатно. А Никита Сергеевич Михалков, или Никита Сергеевич Михалков, в четвертую цитадель, понимаешь, ты бы была, конечно, начальницей санитарного поезда. Конечно бы, да. Но... А он бы с усами, как Сережа, в старой сцене, пришел, да, и сказал, да, Ларка, да, наложи, да, бинты. Да, ну, конечно бы, ты, да, бы, конечно, ну, Сереж, ну, конечно. Или Урсуляк бы меня позвал. Ну, конечно бы, я побежала бы и даже не стала бы грузить директора, чтобы там вынимать из них деньги. Сказала бы, конечно, да, спасибо, что не забыли, что вспомнили. Ну, естественно, я от чего выкобениваюсь-то? От плохих предложений, которые, ну, это неприлично же в большинстве с вами что происходит. Дайте скайп нам еще. Андрей, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Ларис, здравствуйте, Сергей. Здрасте. У меня вопрос к вам обоим. Как вы представляете свой идеальный мир старости, свою идеальную старость? Это первый вопрос. И, как говорится, второй вопрос. Могли бы вы в ней ездить на велосипеде? Счастливы были от этого бы? Ловить рыбу? Или вас слишком присосал горло? Ну, не можно я отвечу? Да, да, пожалуйста. Прекрасный вопрос, кстати. Первый раз его за все время. Вот видите, непрофессиональный журналист. Не учился. Значит, я... нет, не хочу быть седой бабкой, которая ездит там на велосипеде с дряблыми коленками в шортиках. Точно нет. Я хочу, мечтаю старой, чтобы она была прямо вот такая роскошная-роскошная, чтобы у меня какое-нибудь было кресло-качалка в бриллиантах, кашемировый плед, чтобы у меня на костяшках были бы вот такие бы изумруды. А чтобы у меня нет, было много-премного. Нет. А это все же, это же все пуфластан. А зачем? А можно еще третий вопрос? Да. Я бы вот такую старость хотела, чтобы была роскошная, богатая, чтобы меня все любили, много внуков, чтобы они прямо все, и чтобы дети говорили, как маменька скажет. Что вы бы купили себе для души, чтобы вам душа радовалась? В старости? Нет, даже можно сейчас. Чтобы душа радовалась? Вот сейчас? Да. Я хочу квартиру в центре. Чтобы мне кто-то подарил, правда. Чтобы присоединяюсь, я бы тоже себе квартирку в центре. А вообще, вот это как купил. Представишь по Ленинградке в Химке, сколько я времени теряю, вот для души бы мне бы студию такую небольшую, и чтобы не знал никто адреса, ни муж, ни дети, ни мама, ни друзья. Откуда тогда вот она у тебя взялась, если муж не знал адреса? Вот мне бы вот такой тайный поклонник тебе бы сказал, Лариса Андреевна, знаете, вот... Я бы чисто отсыпалась. Трехпрудный переулок, 85 метров. А да? Я бы за что? А что бы я за это? Это я не знаю, ты бы с ним сама уже обсуждала. Не, ну уже сейчас в моем возрасте за это ничего уже. Уже не смешно. Факт. Нет, уже не только факт. Могут быть фантазии и враки. Нет, послушай, столько. А молодых. Может, какой-нибудь инструмент музыкальный? Интернет музыкальный? Музыкальный инструмент. А, зачем? У меня дети оба играют на гитарах, у меня дома фортепиано. Нет. Дайте еще скайп нам. Спасибо тебе за вопрос. Андрей, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Лариса. Привет. Вот, значит, у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, встречались ли вы с изменой в личном плане? С кем, с кем? Ну, в любви. С изменой. С изменой в любви, ну, то мужики есть в личном изменяли? Плане, на работе, может, с друзьями. Мужики, как, тебе как изменяли? Как вы относитесь? А да, меня бросил один мужчина в моей жизни. Царство небесное. Но не из-за этого. А ты его кипятком потом? Нет, он сам умер. Ну, вот, пожалуй, он один единственный, потому что я была такая лимита питерская, нищета. Сильно любил, но брать девочку из общаги в хорошую семью зачем? Женился на профессорской дочке. Не думаю, что был счастлив, потому что все время потом бегал ко мне, но мне он же был не нужен. Ну, так, там родились дети, он же умер. Известный человек, не буду говорить, кто. Хорошо, Курехин, Сережа. А любил, вас... умирал всю жизнь. А когда у вас такая история? Потом, после этого.
У вас же с Курехиным был, насколько я читал, когда-то давно был прям роман-романов. Да, роман-роман. Прямо вот, прямо роман-роман. А потом он меня променял на... Слушай, ты со всей этой тусовочкой, значит, общалась, да? Да. А ты, я никогда тебя не спрашивала, ты с Цоем общалась когда-нибудь? Да, конечно. Но они тогда начинали с моим Максимом Пашковым, ага. С другом, потому что у Макса была квартира в Питере и огромная комната своя, а мы из общаги. И приходил туда, Витя, Цой репетировали, да, а Макс любил меня. А я любила исключительно себя. Поэтому что они мне были, дети? Я о них мечтала, понимаешь? Но никто же не знал, что пройдет там буквально 5 лет, и Цой так выстрелил. Я бы была умнее как-то. Да, не, ну, а тогда позволяла себе не любить мальчишек. Цой был же не самый красивый мужчина в этой жизни. Ну да. Честно говоря, то уж. Ну, дайте еще скайп, пожалуйста. Дань, ты в прямом эфире. Алло, здравствуй, Сергей. Здравствуй, Ларис. Алло. Да-да, привет, говори. Да. Ларис, вы мой кумир, на самом деле, такая искренняя женщина, вот, и я хотел бы вас спросить, как вы относитесь вообще к оккультизму, ведь ваша сведущая Василиса, вы только что сказали, вот, буквально в начале программы, что самое, вы больше всего не любите вранье, вот, но я считаю то, что вот как раз Василиса, вот эти вот планеты и так далее, Овен в Венере. Как вас зовут? Нет. Даня. Дань, вот послушайте меня, верьте мне, да, тети, моти, взрослые. Нет. Я настолько циничный человек, я вообще не верила в эти гороскопы. Думаю, вот кто их сидит, сопоставляет, значит, лишь бы не работать. Конечно, это против Бога. Я не верила никогда, конечно. Ты не верила? Думаю, ну как это, вот я, допустим, близнец, да, еще там кто-то, мы же все равно все разные. Послушайте меня, вот 4 года, но я, правда, любопытная и с очень хорошей памятью. Приходят люди, я уже даже их внешне могу отличить. Думаю, это рыба. Я говорю, Вася, он не рыба, она говорит, рыба. Представляешь? И это вот удивительно, вот слушай, верьте то мне. То есть это на самом деле-то? Да. Я не могу там Венеру в раке. Это, наверное, Василиса зазомбировалась. Нет, да ну прям меня. Там какой-то 12-й дом, я, конечно, этих вещей не знаю. Есть какие-то общие черты. Там у раков, у тельцов, у близнецов. И это, ну это точно, ребят, ну это работает. А дальше уже, конечно, профессиональные астрологи. Василиса это делает. А Василиса чем занимается вообще в жизни? Астролог она. То есть она натурально, ты к ним приходишь, говоришь, здрасте, у вас солнце в восьмом доме, задница в девятом. Ну не с пустыми руками, когда приходишь, естественно. Ну а каким, скажешь, полным? Ну конечно, и она, это ее работа, и она тебе делает гороскоп твой. И к ней ходят прям натурально? И к ней прямо записываются, и фиг попадешь. Еще мне звонит, говорит, Лар, а можно к Василисе? Я говорю, копите деньги. Лара, знакомые тебе звонят, вот, слушай, Ларис, доченька, вот, дочь школы, институт закончил. Да. Ей женишка да. Хорошая, да? Есть ну, такая, знаешь, да? Знаешь, когда? Ну, ты, я не могу тебе фамилии, я и так сегодня столько фамилий назвала уже. Мне звонят там. Да-да-да. Лар, у меня 2 дочери, по 4 высших образования. Ты знаешь, что у нас есть. Девки, ну, младшая, ладно, но старшую уже нужно выдавать. Хорошая девка, мужика нет. Помоги. Я говорю, ну как я могу? Я же не сваха, у меня это агентство. У меня контракт на, там, на 11 листах, где я не имею права взять телефон ни у кого. Ну, понимаешь, это не... Я говорю, я не могу сделать. Да. Ну, мы в долгу-то не останемся. Я говорю, я клянусь, я правда не могу. Ну, хорошо, я говорю, я позвоню продюсеру, пусть приходит. Ты что, с ума сошла? Мы накроем стол в ресторане. То типа я должна взять хороших, там сказать, Сереж, ты не женат пока? Там, да, еще нет. У меня Борька, друг. Да, давай подгоним, потому что вот там мама хочет выдать свою дочку, но не хочет на программу идти. Она в ресторане, ты голодный, стол накрыл, и там невесты. Понимаешь? То есть они еще мне ставят, что они не пойдут. Да ну куда мы пойдем? На программу позориться. Нет, Лар. Я говорю, тогда что хочешь? А что у тебя нет? Кого-то. Я говорю, это что, колбаса или печенье, которое там по блату достал, там из-за прилавка искал, вот, экологически чистое. Я говорю, ребята, о чем вы говорите? Я где возьму этих женихов? Злятся, перестают звонить. Ну, конечно. Типа... Лара, скажи мне, а геи пишут в программу? Да. Я гей. Да, были. Были, да. А у вас были программы, прям, да, только трансвестит... геи выбирали геев? Нет, трансвеститы были. Нет, а вот натуральные геи. Ну, как ты у нас жена Володя, и у нас Сереж, муж Анатолий. Сереж, ну как ты в нашем вот ханжеском вот? Обществе ты можешь это себе представить? Рейтинг 3, доля 30. Я допускаю, что есть эти люди. У меня ближайший мой друг еще с института. Рейтинг примерно 8-9, мне подсказывают. Хорошо.
А как ты это можешь в нашем обществе, ну, в, вот так, в хажеском... Оль, ну, расскажите о себе. Да порвут. Ну, вы знаете, я жил с... у меня была подруга, она была менеджером Билайна. Да. Он бы так же тебе точно все рассказывал. Нет, послушай, были трансвеститы, переделанные в женщин, которые рассказывали свои страшные истории. Ну, ты же допускаешь, что эти люди есть? Да, конечно. Вот если сейчас убрать... все плохое. Они тоже люди, по ним плачут мамы, папы, которые хотят для них счастья. Да. Если они не агрессивны, если они не растлевают никого, если они что. Ну почему? Я, например, отношусь с состраданием к их ситуации, к их положению. А что им делать? Что, вешаться? Ну, в советские времена вешались. Скрывать себе вены, врать. Представляешь, как вот человек в этой лечении лжи проживает всю свою жизнь. Не любит он женщин. Природа так сделала, что он женщин не любит. И есть мужчины, которые, которые с ним создают семью. Ну, их таких полостанкина, мужчин-то. Понимаешь? Ну и что? Но мы сегодня не готовы. Нам же сделать такое, начать. Что? А почему мы не готовы? Ну как, считаешь, я не редактор. Мы лицемеры и ханжи. Нет, вот общий телезритель не готов к этому, ты считаешь? Нет. Нет. Ну что, ты проклянул? Ну, я так думаю. Дайте нам вопросы из зала, пожалуйста. Здравствуйте, Лариса, меня зовут Вероника. Скажите, пожалуйста, вы ведете программу уже, как вы сказали, 4 года, и для вас это такой и коммерческий проект, и проект от души. И какую будущую программу вы видите дальше? Потому что 4 года она уже идет, это будет как Дом 2 с многолетней историей. Вот послушайте, вы меня. Всю Россию. Я создаю впечатление вот какой-то такой одноэтажный, такой с костным мышлением тети, что мне все вопросы вокруг женилок. Я вам объясню, просто для молодого поколения... Я не имею отношения ни к созданию программы. Вы ее лицо. Я только лицо. Вы понимаете, в чем ужас? Что вот завтра они захотят закрыть программу, и мне даже не позвонят, что за мной не пришлют машину. Понимаете? Мне никто не объяснит, почему этой программы завтра не будет, этой записи. Это такая жизнь, вот такая правда есть на телевидении. Просто ты становишься неформатным, или программа становится неинтересным. На твое место пришли с заявкой там, вот, Сережа Минаев на Первый канал. Эрнст сказал: обалдеть. Ребят, какое у нас рейтинговое время? Давайте, жених, сколько им? 4 года? Все, значит, завтра ставим Минаева с командой. Вы понимаете, по-другому не существует. Мне даже не объяснят. А если я приду, и скажут... Простите, непонятно. Я на НТВ, когда вышел, я с первого дня готовился к закрытию программы, потому что мне в свое время сказали, что... Вов Соловьев мне сказал, что ты понимаешь, что это все временно. И я с первого дня готовился, что завтра скажешь «до свидания». Вот, и вот на четвертый год, когда сказали «все, закончилось», да, я дорогой, был готов. Вот мое счастье в этом, потому что когда вышел фильм 30 лет назад «Романс», и когда меня только ленивый не пинал и мертвый, я дико переживала, пить начала. Я почему тебя пинали? Просто... Тебя же на руках носили. Нет, а критики, ну что ты, не та Лариса. Вообще, ну, а все... критики пинали тебя? Да, конечно. Ну, конечно, позволяли себе просто... Ну, послушай, это же был самый кассовый, наверное, один из самых кассовых фильмов. Да, до сих пор тоже. Да, все страны купили. Ну, неважно. И я очень брала к сердцу. Я понимаю, что я много разрушила в себе вот с тех пор. А теперь я просто говорю, все не вечно. Муж не моя собственность, не вечная, потому что завтра может появиться другая женщина. Я готова. Я готова к тому, что я не могу быть до старости, это же не поле чудес, правильно? Что за просто закрой. Единственное, я к начальству, я с хорошим, в хороших отношениях, я говорю, я вам ничего плохого не сделаю. Просто меня предупредите, ну хотя бы за день. Скажите: Лар, вот такая вот ерунда, завтра вместо тебя будет там Тина Канделаки там, или еще что-то. Мы закрываем. Я пойму, я без работы не останусь. Не останусь. Но только мне не надо вот так. Понимаешь, полностью. Спасибо большое, очень приятно было вас видеть. У тебя философия абсолютно буддизма. То есть ты относишься к вещам, конечно, как все пройдет, а это тоже. Правда? Практически у тебя прям царь Соломон. Я думаю, что это инстинкт самосохранения, Сережа. А ты всю жизнь так жила? Нет, да ты что? Боже, я себя... Ой, аж глаз начал дергать. Сережа, я себя разрушала. Это Господь пожалел мою маму, которая уже потеряла одного ребенка передо мной, сына, мальчика. Нет, не передо мной, мне было 11 лет, когда он умер. Олеженьку. И, видать, Господь так мою маму жалел все это время, что он мне сохранил жизнь. Сереж, я просто могла, могли убить, мы не знаю, там, потому что я, куда я лезла, это же сегодня мне страшно сказать об этом. А когда ты помудрела? Когда Лёлька родилась, наверное, даже не Георгий.
То есть это уже даже, это, ну, да, это да. даже не сын, а когда Нет, дочь родилась. Да, где-то вот, да. А до этого ты прям переживал, все близко к сердцу, и это, то... Во-первых, это пользовались тем, что я так переживала. Я могла, например, вот кто меня обвиняли, допустим, в том, в чем я не виновата была. Я могла себя проклинать, говорить, если я вру, чтобы я там умерла завтра. Я несла, ты даже себе представить не можешь, что. Я просто только вены себе не взрывала, потому что я вот такая честная, понимаешь? Я клялась всеми святыми, матерью, которую я обожаю, потому что я этого не делала. Это сегодня я могу просто уже человека сжать в тюбик, понимаешь? А тогда нет, мне казалось, что это такая хорошая... Но ты поумнела или тебя научили? Просто когда тебя жизнь бьет, она же тебя учит. Да, я просто поняла, что мой организм уже не выдержит, я не в состоянии. Я просто больше уже... Я себя погублю в прямом смысле. А у меня двое детей, у меня мама, у меня муж, в конце концов, мне муж женится сразу же. Кто ж такого оставит-то? Но кому дети нужны мои, кому нужна моя мама? Я просто сегодня себе не позволяю, думаю, боже, с ума что ли сошла ты? Нет, я себя вот как-то держу. Дайте еще вопрос. Лариса, скажите, пожалуйста, вокруг знаменитых людей всегда крутится много различных людей, которые хотят от них откусить немножко порцию славы. Вот как вы вычисляете таких людей и ну что вот вы, как с ними поступаете? А что их вычислять? Они вдруг звонят через 20 лет. Здорово, Гузя, понимаешь? Я говорю, я не Гузя уже, кто это? Понимаешь? Да. И думаю, где вы были, когда я мать-одиночка, голодала, понимаешь? У меня не было работы, у меня не было ничего. Я жила в чудовищных... Где вы все были? А кто был близкий вот в этот период, когда у тебя все это было? Ну, не, я со своими коллегами не дружила никогда. И я недавно буквально разговаривала с Леной Хангой. Я говорю, Лен, вот почему так? Вот где они все были? Вот где они все были? Она говорит, а что ты хочешь? Никто не хочет сидеть рядом с Альдиной в темной комнате. Все хотят света, тепла, какого-то счастья. А кто это может дать? Только кто сегодня... Вот все любят успешных, богатых и здоровых. Все любят успешных, понимаешь? Она говорит, а почему ты на них обижаешься? Я говорю, мне было так плохо. Они говорят, да не хотят люди сидеть с теми, кому плохо. Не хотят. Я говорю, они же были моими друзьями. Она говорит, ты что? Не хотят. Она говорит, прости их. Я простила. Думаю, ты всех простила? Да, но только я не беру трубку все равно. Я говорю, да чего? А что я буду делать на свадьбе твоего ребенка? Я его видел, когда ходил беременная. Не, я злопамятная, Сереж. Я и объясняю, почему. Я не вру, что у меня съемки, а потом, чтобы не ждали. То есть ты всем поминаешь? Я это, всем, да. Да я а всем вот помнишь, ты из 1979 да. себя так повела, да? Ну, не так. Они сами понимают, почему я вдруг... Я говорю, правда? Они сами понимают. Человек знает, когда он был гадок. Вот и все. А у тебя... А что за... Я же не мщу, я же не пишу анонимки. А помнишь, сволочь, как ты меня... Вот я сейчас тебя могу размазать. Да не хочу, я просто про них вот так сказала. Не хочу. Мало... Я тогда уже себе нервов столько вымотала. А сколько у тебя настоящих друзей по жизни? Одна? Одна подруга, да. Игорь. Думаю, две, наверное, подруги. Они из тех лет две или вот они как конечно, потом? То есть это все оттуда? Ты новых не получил? Жизнь тебе больше ничего не дала? Нет. И они были с тобой вот и в горе, и в радости? Да. То есть и в говне, и в славе, везде всегда? Да. И выгоняли, когда ко мне приходили с бутылкой. Они говорят, зачем тебе рассадник сплетен? А я там, не трогай, это мои друзья, что ты лезешь. Да, я очень благодарный человек, очень благодарный. Я этих людей тащу. То есть ты их тащишь? Да. Ты их тащишь, ты им помогаешь? Конечно. Детей, а как? Лара, я тебя никогда не спрашивал. Скажи мне, пожалуйста, мы уже 10:10, к сожалению, все это очень быстро проходит. Скажи мне, пожалуйста, а у тебя есть сожаление о роли, которую ты не получила или которую должна была получить? А тебе не дали. Ну, я и не просила. Это я иногда читаю. Как ты ходил? Вот послушай, нет, вот я, например, читаю иногда интервью и вычитываю. А эту роль я получила сама. Потому что я понимала, что это моя роль. И я пришла к режиссеру и сказала: попробуйте меня, вот попробуйте. Я так не могу. Я могла там рыдать, как-то мне казалось, что это несправедливо. Но я понимала, что в жизни много несправедливости. Есть, да, роли. Какие? Ну, я не могу об этом сейчас говорить. Ну, как-то неловко. Потому что они вполне были сыграны успешно. То есть все живы пока? Да. Все пока живы. Дайте мне, пожалуйста. Что, все?
Лар, я тебе, если у тебя время есть, мы сейчас с тобой еще посидим. Ой, спасибо, мой дорогой. Я-то думала, мне сказали на 2 часа. На спасибо. 2 давай сидеть. Я сяду. Нет, еще полчаса я могу. Ну, минут 20 могу. Если я не надоела. Ты никому. Мне никогда не надоешь. Ты что, у меня вон в Твиттере пишут 5 минут. Ну все, слушай, все, зачем, почему не так рано заканчивается? Пожалуйста, продлите эфир с Гузеевой еще на пару часов. Это один из лучших. На пару часов нет, но на полчаса мы сейчас продлим эфир, безусловно. Ой, я уже сколько они там выписали. Все глупости, которые говорила, которые ляпнула. Ну почему ляпнула? Ты же правду говоришь. Ты же говоришь правду. Все, ну хорошо, нравится, давайте. Нравится. Ты злопай. Ну ты же прав, ты же не рисуешь. Нет. Ну ладно, а представляешь, мы с тобой сели бы, и ты говорил, вы знаете, я такая добрая. Меня вот пошлют вот нахер, а я пошла, я пойду за его здоровье. Вот буквально рассталась с Томиком Пушкиным. Да, перед а до этого свечку ставила, вот Николай Эмском. Ну зачем это врать-то? Ты понимаешь, они все же это. Вот, ну, ты часто интервью нужна... даешь? Нет, ну что ты, нет. Я очень давно не видел. Ой, нет. Иногда я читаю и думаю, ну вот как не стыдно. Я не давала им интервью. Думаю, ну как вот можно? Откуда это выдернут, понимаешь, где когда-то я что-то говорила, насобирают. Вот... Нет, не могу я, Сереж. У меня нет моих душевных уже ресурсов. Не могу. Мне, ну, знаешь, вот это солнечное сплетение начинает прям... Скайпа, да, давайте, если есть скайп, мы можем дать. Ты... Знаешь, ну, я не знаю, может, тебе с журналистами везло, потому что я интервью, год, наверное, я за год дал одно интервью, потому что мне неинтересно с людьми разговаривать. Мне им неинтересно, что-то раз, во-первых, они задают одно и то же, а во-вторых, они как-то, ты знаешь, им все равно, у них стоит галочка напротив фамилии, там, Минафель Гузеев, им надо вот тут сдать да, это все. Сереж, потом я знаю тебя 100 лет, и я тебя полюбила еще, когда не было ни Духлеса, ты, ничего, не было ты меня, Минаева. Ну, послушай, ты меня, понимаешь, ну, как, я уже ты смотрела меня... тебе в глаза и говорила, боже, какой ты талантливый, когда только были твои эссе, я ими зачитывалась. Вот, поэтому я тебе доверяю. Я знаю, что ты ко мне очень хорошо относишься, если искать больше. Да, я это чувствую, поэтому я перед тобой, я знаю, что ты меня прикроешь. Конечно, я знаю, что ты меня от всех прикроешь, да. Это важно. Ты меня не подставишь сейчас, не скажешь, а вот, вы знаете, я вот там знаю то-то про вас. Ты не сделаешь мне больно. И поэтому я такая, видишь, сижу расслабленная. Я не буду делать, я больно, потому что, ну как бы, нет, послушай. Мне, тут, это нет, я не понимаю вообще, зачем это нужно. Это, знаешь, все эти... В кавычках большие журналистские удачи, они потом заканчиваются драматическими историями разрывов отношений. Скажи мне вот что. Ты смотришь российское кино современное на большом экране? Ты ходишь в кино? Нет. Не ходишь? Ты потеряла интерес или просто не получается? Я смотрю, например, на фестивале. Вот я буквально перед выходом краем глаза посмотрела, но я очень хорошо помню этот фильм «Чухрая. Водитель для Веры». Ну, это сколько лет назад было? Ну, это все равно это сегодняшний день. Блестящий фильм. Нет, есть. «Ликвидацию», допустим, сериал я могу просмотреть днем и ночью, каждый день, и в поездке. У меня все эти диски с собой вожу. Нельзя сказать, что прям совсем голяк. А почему тогда все плачутся, что все умерло, российское кино, вот оно умерло, ну, потому что умерло. Масштабы не те для нашей огромной страны, не те масштабы. Сколько киностудий, где они все эти? Одесская, Горького, представляешь, Ленфильм, Мосфильм. Федор Сергеевич Бондарчук назначен недавно, вроде как, по слухам, гендиректором Ленфильма, например. Вот. Но я не могу не комментировать, потому что я не понимаю, как он туда переедет или что. Я не знаю. Это же производство. Это производство. Ты тем либо более снимаешь... своего главкино, если ты знаешь. Да, и ты либо снимаешь, либо ты директор киностудии, потому что... Ой, гений Шахназаров, слушай, смотрю с ним интервью. Я очень люблю слушать людей, которых я обожаю. Вот Джигарханяна никогда в жизни там я не перелистаю. И ему задают вопрос... С ума сошла. Да ёбка, кому я сейчас сказала? Шахназарова. Как за столько лет вам удалось из-за убитого объединения, из-за убитого состояния Мосфильма превратить в нечто? Одни из лучших павильонов. А на что он превратил Мосфильм? Послушай. Лучшие павильоны, невозможно, в туалеты можно прийти и там готовить. Сереж, ты просто не работал у меня в те времена, сейчас, когда... У меня сейчас офис на Мосфильме. Да, хорошо, в те времена ты не работал, когда были государственные деньги, их было много. И он сказал одну фразу, он говорит, а я просто не ворую. А ты считаешь, что на Мосфильме хорошо? Конечно, ну, по сравнению с тем, что было. Ну, наверное, да посмотри, видел, какая техника, да посмотри, какой свет, какие камеры. Ну, о чем ты говоришь? Ну, конечно.
Ну, ты знаешь, я с кем не поговорю, с кинематографистом, все плачут, что вот все плохо, денег дают только Никите Сергеевичу, нам денег не дают, и все, в общем, ну, ужасно. Хорошо, а Гая Германика снимает. Тебе понравился фильм Гая Германики? Я ее просто люблю, эту девчонку. Она я была у меня на интервью, люблю. Она совершенно феноменальный человек. Да. Она, во-первых, умница большая, она такая книгочтейка, что мне... Ну, а вот помнишь, все, вот ее первый фильм, который показали «Школу», да? Да. Все же говорили, что это ужасно, это говно, нельзя это показывать. Нет таких детей и таких учителей. Ты нормально это воспринимал? Ну, в зеркало, когда смотришь, тоже то хочется есть ты тоже, молодой, да, и понимал, худой, что... понимаешь, ну, конечно. Хочется же быть такой, как раньше. Вот они все вспоминают какие-то убогие советские времена. Сережа, я учительская дочка. Я прожила в районе, где жили все учителя, мамины коллеги. Я про эту историю знаю все. Очень изнутри. Ты хочешь сказать, что в советское время такое было? Ну, конечно. Так же девочки в 13 лет делали аборт от учителей по физкультуре. Все было да то ладно. Же самое. Ну, конечно. Просто мы не знали, что такое определение педофилы. Вот, например, мы не знали, что такое педофилы. А все это было. Я помню, как мама меня выгоняла в спальню, а я вся была превращенная в одно ухо. Просто слушала, что там такое говорят. И она говорит, она его в ведро, а он говорит, живой, живой. И я такой, какое ведро, кто живой? И ребенок кричит, первый внук, цианин, говорит, какой же ужас, какой грех. А этот-то подлец, что, ну кто ж его выгонит? И вот я сегодня просто вспоминаю этот кошмар и думаю, боже мой. То есть это вот такие, знаешь, по Владимиру Георгиевичу Сорокину или там по, в общем, это история такой российской глубинки, да? Да. Да не то, что в столицах то же самое же было, да? Ну, я в столице не жила, не училась, откуда же я могу знать, но то есть это натурально аборт от физрука, да? Да, конечно. И не одна девочка. Как мило, слушай, я думал, что это вот только сейчас все появилось. Пришло, вот и так далее, и тому подобное. Ты читаешь телекритиков, скажи мне, пожалуйста? Телекритиков про себя. Да, иногда. И что? Ну, Ксения Ларина или Арина Бородина. Они писали? А, нет, я их не читала. Ты я не думала, знаешь, нет. Я думала, это вот то, что пишут друзья. В интернете. Не, в интернете пишут. Нет, а что, есть критика, правда? Не знаю, я никогда, я не видел ее, просто я не знаю, как ты к этому относишься. Я видел, конечно, разгромные статьи, видел хвалебные статьи в твоей. Про меня? Да, конечно. Что она как настоящая драматургическая актриса большой русской школы, конечно, вытягивает эту передачу. Или неудавшаяся актриса Улька пошла, я все читал, и то читал. Ты не читаешь, значит, да, тебе это все. Ну, это же самое я читала на форумах, что они там пишут. А, я знаешь, когда. Вот у меня вопрос о редакции, мне Майн бросал вопрос от редакции, которые хотели они тебе задать, но я практически, наверное, все задал уже и без этого. И такую гадость откопал интересную. Альфред Кох, знаешь, Алек Коха? Да. Написала Гузеевой вот что. Хорошо, что Карандашев застрелил Ларису. Это по поводу, вот, знаешь, ложки меда, ложки дегтя в бочке меда. Гузеева нам нынче показывает, во что бы она превратилась на шестом десятке, это Лариса. Это грустная и поучительная картина, фарисействующий Паратов и дородная хабалка Ларисы Дмитриевны. Кто? Алек Кох написал. А кто он такой? Кох кто такой? Ну, послушай. Я знаю Эльзу Кох, а нет, он кто? Нет, Алек Кох это совершенно другой персонаж. Альфред Кох, он был... Он был в правительстве Российской Федерации... Вот, и потом он, по-моему, был, если, подскажите мне, если я не путаю, он был губером в Калининграде. Нет, ну, ребят, тогда хорошо, что... Это тусовка Кох, Чубайс, вот это. Да, ну, хорошо тогда, что не было продолжения, да. Летят журавли, а то иначе героя не видели недавно в программе. Ой, я с боссом перепутал, подожди, Кох был представителем ЗАГС Собрания в Якате. Иначе видели вот в программе Малышева, во что превратилась, да, героиня Татьяна Самойлова? Нет, ну, я не видел. Ну, ребят, ну, все стареют как-то, здравствуйте, прошло 30 лет, а вы хотите, чтобы я что, сидела и пела вам сейчас, а напоследок я скажу, в кудельках с гитарой под фонограмму. Я просто не понимаю. Или исповедь. Я каюсь. На НТВ. Да. Зачем? Ну, ребят, ну как, люди же взрослеют, меняются. Мне кажется, я не создаю такого брезгливого отношения к себе. Слушай, а у тебя были истории, когда вот ты 30 лет назад с человеком поругалась, с коллегой по цеху, там, с режиссером или с кем-то, а вот потом он тебе, ты знаешь, подошел и сказал, Лар, ты знаешь, таким я мудаком был, прости меня, пожалуйста. И ты говоришь, ну, Бог тебя простит. Нет. Никто не извиняется по жизни? Нет. Ну, вдруг а вот с течением жизни люди меняются вообще? Или если ты был говном, ты им остался? Я думаю, что меняются. Бывает ведь ситуация, когда человек себя так проявил, и ты сделал вывод, что он вот это самое свое слово на букву «Г».
человек меняется. Очень многие люди сейчас, с которыми находят, говорят, а вот помнишь тогда, ты просят устроить на работу. Я говорю, я что, жена Эрнста Константина Львовича или где? Как я могу вас устроить на работу? Как, что я могу? Это тоже их раздражает. Типа, а, ну так, мы так и знали, вот ты была всегда сука, и вот такая осталась. Это только моя работа, на которую меня пригласили на какое-то время поучаствовать. Я к этому не имею отношения. Я не имею отношения к драматургии программы «Давай поженимся». Поэтому меня обвинять в этом, мне даже как-то смешно. Вот, ну, вы же не будете обвинять астролога в том, что вот... Да, он тебе вот не так, так знаки сложил. Ну, ну конечно, но как-то это... Вот из всего я делаю вывод, что, наверное, может быть, человек не очень счастливый, который сказал, что я такая-сякая. Это точно. Дайте скайп нам. Даниил, ты в прямом эфире. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Лариса. Вот хотел задать вопрос. Очень интересный, меня давно интересует. Известна такая персона, да, Лариса Кузеева, вы являетесь по, вообще на нашем телевидении. А вот какой у вас кредо, либо лозунг вообще по жизни, который вы используете каждый, когда вы живете? Цыплят по осени считают, наверное. Вот один из. А я другой помню. Нежели хорошо, и нечего привыкать. Дайте еще скайп. Степан, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Лариса. Привет. Привет, привет. Спасибо вам большое, Сергей, за вашу программу. И спасибо вам большое, Лариса, вообще за то, что вы есть. И вопрос такой. Мне безумно нравится ваш, вообще весь фильм и ваша отдельная роль в фильме «Граффити». Вот если... Несложно, могли бы рассказать пару слов просто о том, вообще, как вам работалось на этом фильме, что вы думаете об этой картине. Вот такой вопрос, да. Один. Игорь Апасян, мой давнишний друг был, царство ему небесное, он умер, очень тяжело болел и умер после картины. И в лет 12 назад я у него снималась, такой был сериал «Моросейка», там был каждый отдельный mm-hmm. фильм. Я снялась в «Бабье», называлась «Бабье лето», если вы хотите, можете найти. И тогда, в общем-то, меня сразу вспомнили, сказали, что я, оказывается, актриса, и, в общем-то, не самая последняя. А ты сколько не снималась до этого? Ну, это же были 90-е годы, тогда никто не снимался, Сереж. Тогда знаешь, и Ниёлова не снималась. Для меня все 90-е, это, знаешь, сплошное... кошмар. Импотенты, и еще там какие-то... Я, знаешь, какие фильмы помню? Там все время играл, значит, Панкратов Черный, да. Державин. Да-да-да, Таня Васильева. Так вот, я у Эрамджана отказалась сниматься, и мне, кстати, вот, угрожали, что я еще там буду харкать. И еще Роксана Бабаян. Да, и что меня там сидят как артистку. Вот, и вдруг вот я... снялась у Игоря. Потом он говорит: «Ларк, я так хочу тебя снимать, так хочу, давай что-нибудь придумаем». Он придумал, но захотели вместо меня другую артистку, так, более близкую продюсеру, а Игорь сказал, что или Ларку буду снимать, или никого. Его выжили из этой истории. Потом он нашел вот «Граффити», вот этот сценарий. Он сказал, в принципе, там одна женская роль. Я за нее получила призы, кстати, как лучшая артистка за это. Этот фильм за последние 11 лет взяли на самый престижный Токийский кинофестиваль. Вот, так что, и вот Игоречек, царство небесное, умер. Так жалко его, бедный. Спасибо. Я не смотрел, кстати, «Граффити». «Граффити» посмотри. А про что фильм? Ну, посмотри. Ну, что а мне, знаешь, где еще твоя роль нравится? Помнишь фильм «Секретный фарватер»? Где ты вся такая воздушная, ждешь этого вот капитана странно. Морского. Вот мне странно, нравится. Вот как-то а это вот левой ногой нравится. Был фильм «Одесская киностудия», проходной. Я так расстроился, а потом взяла и Гузеев взорвалась. Да, и поэтому, когда ты вдруг где-то идешь, и вдруг пацаны говорят: «Ой, а вон это пошла тетя, секретный фарватер». Вот так немножко странно, знаешь. А ты левой ногой делала? Да, ну для тебя, это, «Одесская киностудия». А мне так, нет, фильм хороший. Ну да, получилось, что да. Ларс, спасибо тебе большое. Да, дорогой мой, и вам спасибо. Спасибо, что пришла. Это был один из, наверное, самых важных для меня эфиров. Спасибо. Мне было очень приятно. Спасибо, мне очень приятно. Я думала, ты такой умный, ты такой эрудит, будешь со мной сейчас о чем-нибудь. Нет. А как-то Лар, все вокруг одного получилось. А потому нет? Что это жизнь. Вот ты в этой программе, вот, казалось бы, для тебя это несерьезная драматическая роль. Мальчики хотят
Девочки хотят мальчиков. А это вот такая, знаешь, маленькая модель России. Потому что я каждый раз смотрю, я начал с этого эфира, что люди у нас говёные многие. Ну, есть хорошие, конечно, они есть все разные. Но это вот модель России в миниатюре. Когда 80-летний дед приходит за 27-летней бабой, да. И лет 30. А вот знаешь секрет вот счастья последние лет 5? Какой? В чем вот я нашла? Вот только не смейся, он какой-то простейший. Ты знаешь, я перестала держать людей за дебилов. То есть совсем... Я была абсолютным конченным мизантропом, как это ни странно, до этой программы. А в этой программе это как зеркало, думает, чем лучше. Вот сидит вот эта женщина несчастная, она тоже хочет быть счастливой. Ей просто не повезло, например, как мне на каком-то определенном этапе. Ей не повезло в 40 лет там, родить ребенка, выйти замуж, за как я вот вышел за Игоря. А в чем она хочет? Ну вот она как может. Оделась как дура, ведет себя как дура, понимаешь? Но я перестала вот держать людей. Ну, значит, ты добрый человек, потому нет, что ты вот можешь нет, так... Нет, и мне стало как-то у тебя есть снисходительность, легче. У тебя есть да, такая... Конечно. Да, конечно. И даже если, конечно, я их чморю, там, понимаешь, но это просто надо. Потом же они чувствуют. Можно сказать, дурак уничтожил, а можно сказать, ну ты дурак, Сереж. Ну да. Понимаешь, все же нюансы. Ну это все модель, понимаешь, это же не просто программа, ну, общем, как да. Вот Коля Фоменко же ввел программу на раздевание. Это тоже было в рейтинговое шоу, но оно не показывало модели отношений. Да. А я показывал, что большинство женского населения 90-х годов это бляди. Это было там все очевидно, все готовы были раздеться и что хочешь в кадре сделать. Но здесь модель отношений в нашей стране, вот на сегодняшний день. Ну, спасибо вам за добрые слова. Спасибо тебе, я хочу спасибо сказать людям, которые сидели и слушали, и задавали вопросы, значит, вам интересно. Спасибо вам большое, правда. Вот, блин, значит, я уже не одна сегодня. Значит, если, не дай бог, что-то там наступит, мне каждый даст по рублю, я уже с голоду не умру. Спасибо вам. Великая русская актриса Лариса Гузеева спасибо была сегодня гостем Минаев Лайф. У нас через 4 минуты я вам покажу одну группу, которая называется Ку-Ку. Они играют, они будут разогревать гарбич во время их русских гастролей. Через 5 минут прям. Ой, спасибо.